Так, партия номер 2 и конь f3 будет сыграно. Да, ну, отметим, что там всю партию видел, что да, движок показывал равно. преимущество черных. Ну, небольшое. Ну, у тебя еще движок, видимо, Delphi, да? Да. То есть это абсолютно вообще тупой движок, поэтому его показаниям я вообще абсолютно не доверяю. Так, ну, напоминаю, что с вами... Ну, тем временем дебют Никиты Петрова, это уже как бы в нашем Фениксе это патент уже. Ну, коня на b5 повел. Сейчас забавный вариант, конь d4, если сейчас черные сыграют. А, d4 нельзя, там конь возьмет. А то было бы прикольно, пришлось бы коню на поле b1 отходить. Ну, как-то опять, слон f5, нет? Ой, слон f4, да. Может, какая-нибудь уже жертва сейчас нарисуется? Нет, слон f4 сильный ход, слон d6 теперь нет, из-за размена ферзя на b7. А вот смотри, теперь знаешь, какая идея? Есть идея пойти ферзь a4 шах, и на b5 конь b5. Да. Ну, с другой стороны, ферзь a4 просто... А почему? Ферзь a4, ферзь d7? Хотя ферзь a4, ферзь d7, наверное, будет сыгран. Да. Но идея в том, что нельзя... Ну, то есть конь на b5 залазит, потому что ладья под рентгеном. Ну да. И конь d7 плохо играть из-за конь e5. Это все понятно. Только на ферзь a4, ферзь d7, может, наверное, быть, будет вообще ладья c1. Ладья c1 с идеей конь d5. Ну, ладья c1 вот самый, наверное, по-моему, нормальный ход. Ну, конь d5 это ты чушь говоришь, потому что... А, нет, кстати, не чушь, потому что слон f4 защищает ладью c1. Да. Ну, конь a4 это, кстати, самая прямая угроза, просто грозит конь b6 вилка. Масса вариантов, кстати, не получили белые, то есть масса угроз, и мне кажется, в этой партии очень тяжело будет черным. Да, не, ну конь d7 надо играть уже тут. Ну, правда, конь d7, ладья c1, конь c6 уже хода не будет, ферзь d8 придется играть, и пешка на b7 все равно прикажет долго жить. В общем, уже 1-0 стоит на доске. Я не вижу, как защищаться. Я думаю, черным. Плюс 2 на 3. Нет. Ну, конь d7, ладья c1, а, конь c6. А, конь fd7 надо найти Ивану. Да, вот мы про коня f забыли. Конь fd7, не пуская коня на поле b6, а ладья c1, конь bc6. То есть, конечно, позиция противная, но все держится. А вот если конь bd7, то после ладья c1 уже, наверное, 1-0, поскольку пешка b7 не держится. Ну вот. Ну вот все, ладья c1, 1-0. Да, по-моему, уже все. Плюс 2. Да, ну, и... пешка не держится просто. Да, пешка упала. И как играть? Ладья ферзь d8, что ли? Ну, это такой ферзь d8, ферзь b7, там все упало. Такой пассив. Да, как-то. То есть ферзь d8, ферзь бьет b7, ладья b8, ферзь бьет a6, там даже нет никакого ни ладья b2, никакого отыгрыша, ничего нет. А вот... И связь потеряна. Нажмем на паузу мы тогда пока. А, нет, все, наладилось. Нет, ферзь d8, ну ферзь бьет b7, все, Никита сейчас доедает. Да, просто не вышел из дебюта. Может быть, еще слон c7 сыграет Никита, ну не знаю, это так уже. Ну нет, Никита решил по-рабочей крестьянски. Просто. Да, пешка на 12-м ходу это уже нормально. То есть ферзь опять, слон d2, ну вот это мы единственное не видели, что конь на поле a4 подвисает, но теперь и ладья подвисает. Да. И куда ее убирать? Знаешь, я думаю, что есть... А вот слон опять? Слон опять, да. Слон опять нет, там с шахом берут. А, обидно, а так интересно. Мы оба с тобой подсмотрели, но да. Ну что, конь c6. Конь c6, хотя да? Конь c6, ферзь c8. Конь c6, ферзь c8. Никита хочет просто добить. Ну вот все, он рыкернул. Знаешь, так сказать, чтобы команда не вот теперь переживала. Вот теперь слон опять грозит. На слон e7. А, вот так. Все, слон опять, и это уже 1-0. Ну тут уж точно. Да, слон опять интересный ход. А может 2-0 вообще? Слон опять? Ну там... Ладья b8, не, подожди, слон a5, ладья b8, ну и что, ну ферзь бьет a6. А, там вот тогда ладья a8, вот так вот, и слон опять зависает, как хитро. Ну так там же ферзь b5. Нет, там тогда на a5 у нас возьмут слона, то есть смотри, какой маятник. Конь же висит на d7. Ну маятник, слон a5, ладья b8, ферзь a6, ладья a8. Я понял. А, подожди, так слон на a6, на d6 зависает. Слушай, правильно ты сказал, слон a5, ну, ладья b8, ферзь a6, ладья a8, ферзь бьет d6. Да, все верно. И там потом еще конь c6, напали на ферзя, ферзю некуда отходить, ферзь e7 мат будет грозить. Вот мы с тобой вариантов настрочили. Вообще. К
Короче, 1-0 после слона 5. Давай покажем. А, ну конь c6, Никита сыграл. Давай покажем пока этот вариант. Слон a5, ладья b8. Побили, побили. А тут как мы хотели играть? Ферзь d6. Ферзь d6. Ладья бьет a5, конь c6, все, 1-0 сразу. Да, отойти нельзя, потому что мат. Так, ну а пока в партии... Ну еще и вил. В партии у нас пока сыграно конь c6. Поменялись ферзи. Поменялись. Все поменялось, и лишняя пешка у белых. Короче, Никита просто решил на технику. Вот потом его спросим. Ход слона 5. Ну, кстати, мы можем же проверить, это был вообще сильный ход или нет, наша идея. Да, 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 можем, конечно. Вот здесь включить движок и посмотреть, как компьютер реагирует. Ну, нормально реагирует, ничего не меняется. Плюс 20. Он, ферзь b8, видишь, он предлагает просто менять. Все равно меняется ферзи, короче. Да, и тут b3. Ну и, собственно, нас ждет долгая, упорная партия. Ну, здесь никакой упорной нет, грозит вилка. Ладья e8. Ладья a8 надо играть. Еще пешка опять зависла. Знаешь, ладья. Ладья a8 это выбили белопольника. Выбили. А белопольник в этой позиции. А кажется, он нужен кому? Кому он нужен, белопольник в этой позиции? Он заперт с пешками. А мне кажется, он в дальнейшем заиграет очень сильно. Ну, ладья 8, единственный ход. Ладья 8, да. Конь e7, что ли, будет? Ну, я не знаю, какой тут. Конь на a4 хорошо стоит, но с другой стороны, если он уйдет, то знаешь, как-то смотри, a4 вот... и черные пытаются будут подменяться. Вот этот парень вон туда смотрит. Ну, он смотрит, но пока там еще это. Так, Никита все-таки решил дать шах. И заехать. И что? Ну, заехал, да. Ну, про это не заезжание, это сдвоение. Просто ладья идет на f на c1. Ну, очень техничная реализация. Ну, сейчас, наверное, скорее всего, выбьет на g6. Да, и ладья c1. Да. Очень технично. Ну, и все. И теперь вот как-то может быть сыграть e3, d4, слон f1 и слон b5. То есть, Нет, стоп. Е3, Д4 это сдача поля Е4. Ну вот видишь, Никита слушает. Ну смотри, сейчас будет Д4. Не будет. Ну а как? Мне кажется, не будет. А хотя пешка-то визит, да? Ну да, пешка. Ну или слон F1 с идеей Д4, чтобы конь на Д3 не вот пошел. Да, слон F1. Чтобы... Ну и все равно идея, я же сразу сказал, Е3, Д4 и слона через F1 на B5 ведет Никита. Как бы его на c6 воткнуть, было бы замечательно. Ход Будулая. Что предложить черным, я даже не знаю. Сдаться. Ну, какие-то случайные шансы искать. Что у нас, пешки не хватает? И позиции зато хуже, да? Как говорят. Короче, любой нормальный гроссмейстер, увидев такую позицию... Так, а это что за ход? Это на d4 конь f3 шах и конь бьет h2. Ну тогда h3. Ну только там f3, нет, f3, и там кони запутаются, но они не запутаются, потому что конь бьет f1, есть ход. Правда, да, там если взять fg, то конь d2, но все равно, мне кажется, там конь зависнет. Может быть, сейчас Никита сыграет, нет, h3. h3. Я ему всегда говорил, когда не знаешь, что делать, ходи h3. А, ну там конь f3, король h2 и конь g бьет h2. Вот так вот, видимо, хотел сыграть Иван, и тогда уже не было хода f3. Ну а так вот все, Никита осуществил этот план, который я озвучил. И сейчас на конь d7, слон b5, полный цуксванг. Король g2, поэтому Иван старается коня на поле e4 разместить. Сейчас f3, нет, Никита сейчас ограничит просто. Почему не h4, ну, пойти h4 и все? h4, конь e4. А, конь e4, да, клеточку нашел, да, какую. Да, там потом через d6 он будет прыгать на b5, на f5, он не убежит. Ну, f3, мне кажется, я не знаю. Не пустил коня просто на e4. Ну да. И сейчас вот уже h4 подграживает, конь на h7. Ну, сейчас h4 уже грозит, и коню придется на h7 уходить. И это уже совсем плохо. А куда? А, собственно, нечего делать. Черный просто в цуксванге, понимаешь? Ну, да, позиция. Ну, это вот мы просто наблюдаем красивую техничную партию. И сейчас просто конь через f8 будет пытаться выбраться, но, опять же, ну, можно просто слон b5 сыграть.
Да, ищет какие-то более тонкие маневры. Да, слон d5. Ну, слон b5. Я как-то угадываю сегодня ходы Никиты. Ну, сейчас на c6 его поставят. Ну да. Может быть, вообще ладья. Нет, сейчас ладья c5 и слон c6, и там будем пешку опять окучивать. И две проходные пойдут. То есть ладья c5, вот ладья c1, c5, и там уже будет слон c6 подграживать. Там и конь b6 будет подграживать. Ну, в общем, ладья c5, я думаю, Никита сыграет. Так, Да, знаешь, я угадываю все ходы. да, ну и как играть теперь черным? Ну все, слон c6 грозит. Полный цугцванг. Кони не играют. В Может, общем, какой-нибудь вообще, я бы цугцванг? сдался давно уже. Не, ну я бы сдался просто. Смотри, кони не играют. Ни один конь никуда не ходит. Конь e8 надо. Конь e8 это уж совсем себя загонять. Ну, напишешь, на ладью напали. С темпом. И он на e6, ой, на d6 идет. А, то есть коней вот так перекрутить, да? Да. И этого Ну, на кстати, e6. может быть, может быть, может быть. Может быть. Ну да, кстати, конь e8 и конь h выходит на f6. Такой перекрут. Ну и уже лучше, чем было. Ну, явно. Да, и задумались. Сильно задумались. Черные. Да, ладья Напал. b8. Ну это... А что на слон c6? Слон c6, ладья Ладья a6, да? А6 и... А, ладья С8 то нет. Я думал, там ладья меняется. А, нет, стоп. И там слон b7 еще. На ладья А6, слон b7. Ну там ладья a7 и опять ладья c8 шах, да? Ну, посмотрим, что и выберет Никита. Ну, слон c6, А ход за... кандидат. Ну да. Конь b6. Нет, конь b6 ты коня отдаешь. Да. Тут да. Ну, движок говорит, слон c6 нормально. Работает. Да, и 27 секунд, кстати, тем временем. Слон c6. Да, угадали. Слон b7. Слон b7, да. Нет, вот Нет, так. ладья b5. Да, интересно, что... Ой. Как теперь пешку это отбирать? Так. А, вот он Конь хочет... c5. Он хочет конь c5, a4 поставить и все-таки отобрать ее со всеми удобствами. Следующий ход сейчас будет у Никиты a4. Ладья b8. А, Ну, ладья b8, ладья... a4. А, вот видишь, перекидывает коня. Нет, сейчас будет a4 сыграно по-любому. И смотри, ладья c6, ладья a6. Слон c6, ладья a7 и пешка летит, да. План такой. Ну, сейчас слон c6, ладья a7 и пешка а упала. Ну, правда, нет, подожди. Да, слон c6, ладья b8, ладья a6. Ну, там какой-то ладья c8. Хотя просто слон b5 и все равно пешка на a5 упала. Да, так и будет сейчас сыграно. Ладья a5, ладья a7, ладья c8, слон b5 и пешка а не жилец. Ну да, конь g6. Но она и так не жилец. На e7. А, тут какую-то контр-игрушку пошел искать. Пошли черные искать, но, наверное, уже Да поздновато. нет, здесь никакой контр-игрушки, здесь просто две пешки. Все. Все, здесь вообще абсолютная безнадега. Тут еще и пешка А просто очень легко бежит в ферзи. И пешка Б. Ну сейчас b4 просто, конь c7. Конь c7, слон b7. Да, слон Ну b7. слон b7 просто. И пешка А прошла. Ну сейчас конь b5, конечно, будет сыграно. Пешку А не пустят. Нет. Нет, даже последний шанс не воспользовался Иван. Ну а так просто пешки Ну вот идут, видишь, он хочет... пешки идут. Ой, ну отвлечение такое. Сейчас конь a6 будет сыграно. Конь a6, ферзь. Или b6 просто. Не, ну здесь сдаваться уже надо. Ну все, пешка проходит ферзи. Ну играет за команду. Вот сейчас будет так сыграно. Ну и тут ферзь просто и мат. Да, сдались. Ну что, матч закончен. Со счетом 20... Да, счет 2-0. Не, ну, кстати, в первой партии-то я бы не сказал, что прям уж такой подавляющий перевес был у Никиты. То есть Иван сопротивлялся и вел партию достаточно интересно.
Но ничего. Но, опять же, скажем так, что класс сказался. Да, конь f3. Конь f3 ну, ладно. И 1-0. Так, всем да. спасибо за внимание. И матч, кстати, у нас закончился со счетом 25-17 в пользу участников, ой, в пользу администрации группы Феникс. Ну что, да, всем ну спасибо что за внимание. С вами был Олег Соломаха и Кирилл Широков. До новых встреч. Всем пока.